Здравствуйте, дорогие мои подписчики, все те, кто зашел на мой канал. Сегодня с вами Галина. Сегодня я в духовочке зажарю сосиски в картофельном тесте. Здесь вот у меня картошка. Здесь килограмм картошки. Я ее отварила, потолкла. Сюда налила немножко масла, разбила. Сюда 2 куриных яйца. Здесь у меня 100 грамм манки. Я высыпала это все, перемешала. Такое тесто. И буду добавлять сюда муки. Муки я буду добавлять 300 грамм. Это примерно грамм 300 муки. Будем перемешивать. Тесто такое будем готовить. И, конечно, теплую картошку. Можно ее потолочь, можно ее через мясорубку проплантерить. В общем, ну вот как-то так. Дальше вот это вот всю муку я сцеплю. Убираем сторонку. Я перемешаю, потом постелю коврик силиконовый и буду руками собирать наше тесто. Делим коврик. Коврик. Силиконовый наш волшебный коврик. Так. И сюда будем выкладывать. О, картоха. Достаточно много получается тесто-то. Оп. Оп. Ручкой. Вот. Мы сюда добавим муки. Сюда нацепим. Опа. Это у нас ложечка. А мы левой ручкой. О. Так. Пока хватит. Убираем. И будем собирать. Можно еще припылить коврик мукой, как-то, чтобы собрать тесто, оно у нас, чтобы было такое, можно было его раскатывать, тесто-то. Но здесь у меня, видите, еще я добавляла в картошку, но это по желанию, можете добавить, можете не добавлять масло растительное. Маленечко. Чтобы она у нас немножко была в муке. Наш колобочек. Колобочек. И чтобы место было нам раскатывать, можно было лепешки. Так, лишнее мы убираем, чтобы нам не мешалось. Это вот сюда мы берем. О, какое тесточко у нас получилось. Берем. Хочу я взять вот такой вот ножичек. Попробую. Конечно, я им не пользовалась. Один раз что-то попробовала. Может, еще не наловчилась. Мы тоже в сторону берем. Берем нашу скалочку. Скалочка. И будем раскатывать лепешку. Оп. Припылим мукой. Так вот. Чтобы у нас действительно тесто было картофельное. Оп. Так.
ну что у нас получится? Беру я сосиски. Сосиски. Противень. Нашу форму. Ну что, я попробую порезать их. И попробую так. Что у меня получится? Так. Сравнительно на прямоугольнички. Так, если маленькая, то... Так, попробуем. Так вот. О! Ка попробуем-ка мы тут взять одну нашу прямоугольничку. Это маленькая будет. Это будет маленькая. Нам надо завернуть. Короче, это у нас будет. Значит, будем половинки резать. О. Целую мы не будем резать, а мы будем по половинке. Половинка моя. Половинка моя. О. Ну, это целую попробовали. А тут мы будем брать. А можно хоть как. А можно вот так вот. Конвертиком. О. Ну они у нас как бомбочки будут такие. Наши бомбочки. О. Колобушечки наши. Все. И поехали. Можно потоньше раскатать. Это сильно толстенько. Ну, вот так вот еще ручками. Ручками. Потоньше сделаем. А то у нас лепешка сильно толстая будет. Так. Можно вот так сделать. Ну-ка, эту мы попробуем. Эти-ка мы попробуем. Ох ты. Ты что у меня прорвалась? Дырточка. Дырточка. Можно целиком. Потоньше раскатала. Видите как. Можно целиком. О. Вот у нас. О. Жуто получается. И сюда же. Так, я переложила вот эти наши колбаски сюда на противень, потому что там маленькая формочка. Это вот у меня картофельное тесто осталось. Я просто лепешечками. Здесь масло я растопила сливочное. Сюда я вбиваю одно яйцо. Так. И беру. И беру. Это вот перемешиваю. Масло, конечно, должно быть оно не горячим, чтобы наше яйцо не свернулось. Куриное яйцо не свернулось. Включила я духовку. И вот этой смесью мы будем так вот смазывать. О. Так, прямо хорошо. Листик я тоже чуть-чуть маленько прямо это маслицем мазала. Этим растительным. Прямо хорошо-хорошо промазываем. Не жалейте. Так, еще тут. Это масло потом еще можно куда-нибудь станется. С яйцом определить куда-нибудь. Видите, блестят. Блестяшки. Все, пойдем в духовку закидывать. Литик. Оба! Поехали. Все, примерно 170-180 градусов. Ну, это быстро делается. Ждем до готовности. Дорогие мои, вытащила я их.
духовке они, видите, у нас растрескались. Почему это вот такие сосиски, что не хотели сидеть внутри? Ну, такие какие-то получились они. Но они, конечно, не газистые, но зато вкусненькие. Можно соусом любым есть. Любым. Горяченькие. Но вкусненькие. Горячие. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пусть остывают. Так что, дорогие мои, всем приятного аппетита. Не смотрите, что они такие. Зато вкусненькие. Попробуйте, приготовьте. Всем приятного аппетита. Пока-пока. До новых встреч.